А это сорт алычи, слива русской, белорусской селекции, называется Сонейка, то есть солнышко по-русски. Солнышко, вот такое вот оно, солнышко, смотрите, сколько. Это, в принципе, еще не самый большой урожай, потому что Сонейка может давать и больше. Но самое главное в том, что это не просто сорт. Это очень вкусный сорт, очень сочный. Сейчас мы его будем дегустировать. Так, вот она. Эх, красавица моя. Ну что ж, приступим к дегустации Сонейки. Для этого нам нужны средства защиты. Очки защитные. Так, салфеточку заткнем. Для чего? Сейчас узнаете, для чего. Так, ну, срываем сливку. Вот ее примерный размер. Вот смотрите, а. Так, начинаем. Видите, почему я заткнул салфеточку? Она сочная. Просто из нее сок вот так вот аж вытекает. Давно вы ели такие сливки? Это не просто сок. Он сладкий, он вкусный, он ароматный. Завидуйте, завидуйте. Ни один новый русский, если он не имеет своего сада, нигде не купит такую замечательную сливу. Сливу, алычу, русскую, гибридную, белорусской селекции. Спасибо белорусским селекционерам.